В субботу стадион «Текстильщик» был буквально переполнен оголодавшими по футбольным страстям ивановцами. По данным клуба, на первый матч в новом календарном году пришло около 8 тысяч человек. Чем не лучший повод для футболистов выложиться на 100%. Матч начался более чем динамично. Уже на второй минуте гости нанесли удар по нашим воротам. Спасла перекладина. Собственно, это был один из немногих моментов, когда гостям удалось так близко подобраться к нашим воротам. Преимущественно игра велась на стороне поля костромичей. Всякий раз, подойдя к воротам соперника, наши игроки не могли реализовать эту возможность. Ни угловые, ни штрафные удары. Не сказать, чтобы игроки не прикладывали усилий. Видимо, футбольная фортуна в тот день была не на стороне ивановцев. Игра завершилась нулевой ничьей. Я думаю, что футбол был хороший. Единственное, что не было голов забитых, которые его красят. Но по весне такое случается нередко. Не судите строго. «Текстильщик» – это мастеровитая команда. Мы знали, что давление будет оказываться очень большое, поэтому результатом, наверное, и довольны. По мнению Дмитрия Парфенова, матч прошел напряженно, как и ожидалось. Наши игроки старались, но если нет голов, значит, объективно нет результата. Мы смотрели эту команду, изучали, знали, что будет тяжело, что это вязкая команда, что играет от обороны. Вы сами видели, у них доктор вспотел, по-моему, больше, чем футболисты. Они сознательно тянули время, но это их не путь, я не могу их осуждать, я их поздравляю с ничьей, которая, они, наверное, для них это как победа. Мы недовольны, потому что мы не выиграли. Почему? Я объяснил. Мы не забили. Конкретно я не могу сейчас говорить. Надо посмотреть игру в спокойной ситуации. Один тур и одна ничья «Текстильщика» существенно повлияли на расстановку в турнирной таблице. Команда «Тосно», которая ранее буквально дышала в затылок нашему клубу, заработав 3 очка, сравнялась с ним. Но по разнице голов при равном количестве очков «Текстильщик» все еще в лидерах турнира. Следующий матч может все изменить. Во вторник, 22 апреля, в 18:30, «Текстильщик» на своем поле примет аутсайдера первенства – футбольный клуб «Вологда». Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.